Очень рада видеть. Взаимно, да, потому что, взаимно, Людмила. По-моему, впервые, когда такая неофициальная обстановка, не в студии. Да, здесь интересно. Вот, и разговор, наверное, будет более неофициальный. Неофициальный? Ну да. Звучит серьезно. Мне бы так хотелось. Постараемся. На вы или на ты? Лучше на ты. Если неофициальный разговор, наверное, на ты. Идет. Тогда позволь сразу немного личных впечатлений. Вот передо мной сидит молодой человек, но он уже давно в политике. Я все время, когда смотрю на тебя на заседаниях парламента, и думаю, вот не надоели ему вообще все эти совещания, планерки, надоели. Заседания? Как вот, как ты это выдерживаешь? Вот тебе не скучно? Ну, если честно, что касается, допустим, парламентской деятельности, для меня это в некотором смысле разочарование. Я ждал немного другого процесса, более творческого, более такого многогранного. А, к сожалению, иногда все политически пошло, однообразно и, к сожалению, предсказуемо. Вот так вот. А почему более творческие? Ты же юрист, да, по образованию. Сиди, пиши законы как-то вот. То есть до этого я относился к парламентской работе больше как к законотворческой деятельности. То есть мне представлялось, что это собираются лучшие представители, которые вот корпят, которые предлагают обществу, государству какие-то новые проекты, у которых есть амбиция что-то в обществе изменить. А как выяснилось, очень много конъюнктуры, интересов, лоббирования. И все, конечно, практика совершенно другая, нежели я ожидал. Интересно говоришь. Вот знаешь, ты производишь впечатление все-таки политика такого закрытого типа. Почему? Ну вот говоришь только о деле. Я просмотрела интернет, не дала ни одного интервью глянцевому журналу. Когда смотришь твою ленту в соцсетях, то понимаешь, что ты не постишь котиков там, да? Да. Селфи там не вижу я на фоне там того или... И вот скажи, пожалуйста, это ты вот решил, что у тебя должен быть такой имидж? Или на самом деле ты такой, вот закрытый? Ну, если честно, я не люблю селфи. Я категорически мимо гламура, мимо такой вот светской клубной жизни. Вот, ну, есть люди, которым это нравится, которые любят гламурить, людям, которые там посещают косметолога, которые заказывают там одежду в каких-то модных салонах и так далее. И я вот мимо этих всех вещей не понимаю этого. Мне кажется, что мужчина должен утверждаться за счет других вещей. А что касается отсутствия там в социальных сетях чего-то личного, но здесь есть, во-первых, и мотивы безопасности. Потому что я являюсь все же таки депутатом оппозиционным, и не секрет, что были и угрозы, и давление. Я понимаю, что я стараюсь своих близких людей не показывать. Это вот внешняя сторона вопроса. Что касается внутренней, но у меня и так большая часть жизни носит публичный характер. Помимо парламента, у меня большую часть времени отнимает партийная деятельность, поездки, работа с людьми. У меня остается мало времени на себя. И это, если хотите, мое убеждение, что личная жизнь, она должна оставаться личной. Вот. И все друзья, близкие мне по работе люди знают, что это моя такая твердая позиция. У каждого человека должно быть личное пространство. Мне очень неприятно, когда люди там рассказывают в красках о своей личной жизни. Когда они рассказывают о каких-то своих победах. Допустим, там мужчина вот делится какими-то победами в плане женщин. Да, вот. Вот, мне всегда казалось, что это не мужская позиция, не мужское поведение, да, и я бы хотел сохранить свою личную жизнь, личной, я не позволяю никому, да, вот, пытаться там где-то вынюхивать, да, вот, какие-то подробности моей личной жизни, да, как к кому я отношусь и так далее, то есть это действительно для меня табу. Все, что публично, я готов обсудить, я открытый человек, все, что касается моего личного пространства, это мое личное, я не позволяю кому-то в этом копаться. Ну, не такой уж ты сухарь. В каком плане, что я имею в виду, вот так сейчас тебя слушаешь, ну, ты такой мужик, прям, вот, то есть вот эта эмоция, вот это все, ты умеешь эпатировать. Я помню, когда ты порвал карту Великой Румынии, да, вот это такой был поступок, очень эпатажный. Михаил Федорович тогда чуть, правда, с ума не сошел, ты его сильно расстроил этим поступком, но ты это сделал ведь намеренно. То есть это говорит о том, что ты способен на какие-то вот такие вещи, чтобы люди так сказали «ах». Но я не делал это, вот, по крайней мере, мне хочется так считать, для того, чтобы произвести на кого-то впечатление.
Вот. Я не считаю этот поступок эпатажным. Это была попытка привлечь внимание общественности и вызвать определенный резонанс для обсуждения. Почему? Потому что, к сожалению, ну так получается, так работают наши масс-медиа, да? Показали только финал, завершение, но практически остался неясным контекст этого. То есть месседж, который ты этим хотел. Именно контекст вот этого события, да, вот я хотел привлечь внимание к пропаганде унионизма в школах. То есть именно в школах, куда вот эта вот карта Великой Румынии вместе с другими материалами, румынской лентой, триколорами и другими материалами, пришла в виде дидактических материалов с соответствующим авизом, директивой Министерства просвещения, как методический материал. Я потребовал публичных слушаний, потребовал, чтобы в парламент была приглашена Карина Фусу, для того, чтобы она ответила на вопросы, почему она позволяет себе заниматься пропагандой, почему она позволяет себе заниматься вот унионизмом в школьной среде, среди детей. Mm-hmm. Вот. Но, к сожалению, парламентское большинство сегодня где-то вот подыгрывает унионистам. Не была принята моя инициатива, поддержана по этим слушаниям. И, соответственно, знак протеста, я порвал эту карту, просто прокомментировал, что история ее порвала, и мы как бы ее порвем. Не будет больше этого государства. И Молдова, как бы, это наше государство, это наш дом. То есть это не был эпатаж. Что касается, да, мне нравятся какие-то широкие жесты. Я люблю больше дарить, нежели получать. Я люблю чем-то радовать там, друзей, близких. Но я вряд ли человек эпатажный и точно не гламурный. И точно вот не люблю делать какие-то поступки на публику. А политик должен, наверное, все-таки уметь это делать. Это касается человеческих поступков. Что касается политических, ну, наверное, я принадлежу какой-то другой школе, которая сегодня не так востребована. Я больше идеалист-максималист. Я считаю, что политиком может называться тот человек, у которого есть принципы, у которого есть убеждения, и он готов бороться за эти принципы и убеждения. Я ненавижу то, что, к сожалению, сегодня в политике тоже феномен устоявшийся. Я ненавижу конъюнктуру. Я ненавижу, когда мнения меняют в зависимости от того или иного большинства, в зависимости от той или иной политической ситуации или интересов. У политика убеждения либо есть, либо их нет. Но если они есть, за них надо бороться. Иначе это не убеждение, иначе это просто слова. Хорошо, давай тогда о твоем любимом отделе. Да? Вначале так, такой блок вопросов, потому что не могу тебя об этом не спросить. И мне интересны твои ответы в самом деле. Вот смотри, давай оттолкнемся от общего такого вопроса о ситуации в стране. Угу. Каждый день мы читаем комментарии, да, кто что говорит, кто как квалифицирует. А я скажу вот так просто, на сегодняшний день что тебя больше всего беспокоит? Ну, как бы я думаю, что то, что беспокоит меня в равной степени, беспокоит и большинство людей, или то, что беспокоит большинство людей, беспокоит и меня. Беспокоит судьба страны, беспокоит будущее, что нас ждет. Потому что мы часто являемся лишь предметом, инструментом в чьих-то играх, каких-то внешних сил. Беспокоит то, что ждет нас всех завтра. Меня, конечно, не беспокоит то, что мы живем в государстве, в котором большая часть — это люди, живущие на грани нищеты, либо за гранью нищеты. И меня лично это беспокоит, потому что каждый день приходится сталкиваться с людьми, которые просто жалуются на жизнь, которым элементарно, у которых нет средств к существованию, которым нечем нормально питаться, которые приходят к нам зачастую, когда им отказали уже все инстанции, и они приходят просто какой-то уже последней попытки, вот тут помогут. Меня беспокоит то, что у нас много людей, которые нуждаются в этой помощи, и, к сожалению, не получается всем помочь. Вот это меня беспокоит. Беспокоит то, что сегодня, находясь, так скажем, в парламенте и каждый день взаимодействуя с людьми из правящих партий, с другими депутатами, я ощущаю то, что сегодня, ну, не предпринимается вот каких-то вот там четких мер в отношении того, чтобы стало лучше. И меня беспокоит то, что люди уезжают. Меня беспокоит то, что вот из моего круга людей, с кем я рос, вот мои одноклассники, да, вот у меня был хороший класс, в хорошем лицее. В стране остался практически я один, еще одна-две одноклассницы. Всех остальных раскидало по миру. Меня беспокоит то, что с кем-то надо строить будущее.
А если честно, то у нас большой кадровый голод, у нас слабые человеческие ресурсы, население убывает. И вот я постоянно рассуждаю, вот у меня как бы так от своего оптимизма, вот я часто перехожу к реализму. Вот последнее время даже есть нотки пессимизма. Беспокоит то, что не получается нам в нашем обществе, да, в нашем обществе, я говорю, в широком смысле, не только там социальном. Я понимаю, да. Не получается нам выработать какую-то общую единую цель, задачу к чему-то двигаться. То есть есть и кризис общей цели. Ну, а в остальном личное беспокойство есть у каждого. Вот такая хорошая речь гражданина-патриота у тебя сейчас получилась. А я сейчас буду тебя провоцировать в политическом плане, потому что, вот смотри, на мой взгляд, самое сложное в работе политиков – это вот правила игры. И, на мой взгляд, очень тяжело то, что у нас сейчас, в принципе, как я вижу эту ситуацию, никаких правил нет. Зачастую сами правила какие-то даже, они меняются во время самой игры. Наверное, вот об этом надо бы тоже еще говорить и думать. Я уверена, что на самом деле это вас тоже беспокоит. Вот смотри, раньше было все понятно. Власть и оппозиция. Власть борется с оппозицией, да, с переменным успехом. А вот сейчас с властью понятно. Угу. Есть правящее большинство, есть партии власти, вот они делают то, что они делают. А вот по моим ощущениям с оппозицией все обстоит как-то совсем непросто. Вот то достижение, о котором говорили, единство во время протестов, вот его сейчас нет. Ну, Людмила, это, если честно, не является там феноменом или явлением оппозиции или власти. Это присуще всему нашему политическому классу. Политический процесс – это конкуренция. Угу. И она, к сожалению, у нас конкуренция существует лояльная и нелояльная. У нас она проявляется в самом нелояльном свете. Это борьба. Нет единства сегодня ни во власти, потому что лебедь, рак и щука. Угу. И потому что мы видим, так скажем, чуть-чуть так, вещи, которые происходят в коридорах, либо остаются вне экранов телевидений. Там еще та видовая борьба. Еще те комбинации, еще те подставы, еще те интриги. И в особенности сегодня у нас вообще как таковой единой власти не существует. То есть собрали абсолютно выходцев из абсолютно разных формирований, разных убеждений. И иногда просто смешно наблюдать, как там они пытаются выработать консолидированную позицию. А что касается в оппозиции, я тоже воспринимаю это все. Да, вот звучали идеи, и мы, кстати, если честно, до сих пор идем в фарватере этих идей. Мы не нападали на своих партнеров по оппозиции. Мы поддержали гражданский форум. Мы поддержали предложение платформы «Да». Мы поддержали предложение нашей партии. То есть мы обсуждали с коллегами и думали, подожди, вот эти предложения, вот эта тактика оппозиционной борьбы, она не соответствует, может быть, какой-то нашей тактике. Но мы как рассуждали? Вот если мы скажем, нет у нас своя повестка дня, то нас обвинят в том, что мы не способны к сотрудничеству, что мы вот там не работаем во благо консолидации. Мы закрывали глаза на многие вещи, и мы вошли во все эти структуры гражданского форума, мы не претендуем там на первенство. Нападки есть, скорее всего, со стороны все же таки наших партнеров. В первую очередь со стороны Рената Усатова, которого я считаю человеком просто неуравновешенным, человеком с неуравновешенной амбицией. Нападки есть со стороны, допустим, платформы, да, потому что мы все-таки идеологически, хочешь не хочешь, но мы по-разному относимся к некоторым процессам. И, если честно, у нас расхождение есть в тактике. Но это абсолютно естественно. Главное искусство политики, да, это умение договариваться, умение находить компромисс для достижения определенной цели. Вот смотри, а как сейчас выглядит все это на сегодняшний день? Именно вы отказываетесь выходить 24 апреля. Ты понимаешь, что тем самым представители этих партий, я имею в виду наша партия, угу. Да, и платформа, угу. Да, они будут говорить, мы там устраиваем протесты, они к нам не присоединяются. Это дело, сейчас, секундочку, угу. Лидер партии объяснил это датой. Нехорошая дата, верное воскресенье, там все такое. Дело только в дате или все-таки за это что-то? Я внесу все-таки коррективы. Это не совсем так. Предыдущие наши протесты, я помню, как это происходило. Встречались представители политических партий по одному, в разном формате, только лидеры, либо по 2-3 человека от каждого формирования участвующих в протестах. Угу. Обсуждалась концепция протестов, обсуждалась дата,
место, цели, задачи, вопросы безопасности, медиатизации и так далее. Это обсуждалось. Угу. В этот раз мы столкнулись с интригой со стороны нашего так называемого партнера. Дата проведения протеста нам стала известна из прессы. Хотя мы люди открытые, вопрос в чем, сними трубку телефона, позвони, пригласи, мы обсудим. Это было всегда, были разные встречи, и поздним вечером, и ранним утром, разные были ситуации. Ни разу не было такого, чтобы мы саботировали там, какое-то начинание или мероприятие. Мы всегда были максимально открыты и очень активны в организационном плане, в организаторском плане, в юридическом плане, что касается документов. Ну да, то есть вы человеческих ресурсов. Как парламентская партия, да, у вас мы были какие-то всегда, возможности. Я вот буду настаивать на том, мы вели и ведем себя корректно. Почему наши партнеры по протестам решили дату засекретить, и когда мы ее узнаем из прессы, понятно, что нас ставят в глупую ситуацию, когда нам надо уже отвечать на вопросы журналистов. Да, действительно, Игорь Николаевич сказал, что если бы мы заранее обсудили дату, мы, mm-hmm. мы бы предложили сдвинуть. Не сдвинуть на месяц, полгода, а сдвинуть день, два, три, четыре. То есть действительно есть религиозный праздник. Действительно сейчас такой период, молдаване являются православным народом. Да? И мы как партия, мы отстаиваем, защищаем православие. То есть мы бы внесли какие-то свои идеи, мы бы скорректировали. И совместно мы бы пришли к какому-то выводу. Это первая часть. И вторая часть вопроса. Никто же не сказал, что мы не участвуем. Да, как партия нас не пригласили к разговорам, так. Как политическое формирование мы не будем принимать участие. Просто потому, что есть, и, если хотите, и достоинство, да, то есть и честь мундира, то есть если мы не участвовали в этапе подготовки, то как бы мы сохраняем определенные резервы, потому что мы всегда задаем вопросы организации, человеческих ресурсов, транспорта, безопасности. Мы относимся к протестной работе очень основательно. Здесь произошло так, как произошло. Поэтому официально мы, как политическая партия, как парламентская фракция, мы не будем участвовать. Это несерьезный подход к партнерам, если мы партнеры. А неофициально наши люди будут участвовать. Нам задают вопросы люди из территории. Мы говорим, пожалуйста, то есть кто считает нужным, у кого есть возможность, принимайте участие. Я уверен, что там будут некоторые наши депутаты находиться. Я уверен, что там будут некоторые наши муниципальные советники, наши рядовые активисты в Кишиневе. Но, к сожалению, та формула, которая была выработана нашими партнерами по протестам, вот, по подготовке конкретно этого протеста 24 числа, она заведомо неверная. Если мы говорим о консолидации, то должен работать тот самый совет, который был избран на площади Великого национального собрания. То есть было заявлено, что есть коллегиальный орган, который решает, принимает решения. И мы, вот социалисты, мы передали этому совету полномочия. Поняла. Вот я слушала тебя и укрепилась в мысли, что, в принципе, на мой взгляд, отношения испортились после решения Конституционного суда. Да, когда было принято решение о том, что страна возвращается к всенародным президентским выборам. Тут тоже может быть ряд причин. Угу. Ну вот смотри, может быть, причина кроется в том, что у вас сильный кандидат будет. Я знаю, что он еще официально не назначен, Игорь Дадон, но все-таки все уже к этому относятся как к свершившемуся факту. И есть опросы. И по этим опросам именно ваш кандидат побеждает, по любым. Правые делают, левые. Да, абсолютно. Да, может быть, здесь какая-то ревность, а может быть, все-таки вы где-то там, не знаю, может быть, где-то так себя ведете, что вот какое-то вот это отношение, о котором ты говоришь, оно вот стало не очень дружественным. Как полагаешь? К сожалению, в политике никто не отменял фактора личного, да, человеческого фактора. Да. И я уверен, что реакция Рената Усатова, она вызвана в первую очередь, если у нас как бы открытый такой разговор в таком формате, она вызвана в первую очередь, если хотите, человеческой какой-то досадой. Разочарованием. Обиделся парень, угу. Ну не дали игрушку поиграть. Но знаете, как не дали сесть во главе стола, ну тогда гори изба. И вот это самая большая проблема, потому что в политике надо уметь принимать какие-то решения во имя и во благо, а не ради себя одного. Политика — это участие большого количества людей.
Не Дадон стоял за решением Конституционного суда. Решение Конституционного суда, за ним, мы знаем, стояла власть и стояли внешние партнеры Республики Молдова. Мы сталкиваемся с последствиями. Мы боролись действительно за эти прямые выборы. Этого хочет большинство граждан. Да, в том варианте, в котором это выдал Конституционный суд, это сомнительно. И мы заявили, что это сомнительно. И мы обратились от имени фракции в международные правовые институты. Но мы существуем в политических реалиях. Мы должны исходить из тех политических реалий, которые есть. И да, хоть в таком корявом виде, но люди получили эти выборы. Это шанс. Это шанс начать менять эту власть. А здесь нет. Вначале бойкотируем выборы. А потом поддержу Майю Санду, потом поддержу Настаси, потом мы опять бойкотируем, потом я дам левого кандидата такого, что Дадон даже во второй тур не выйдет. Подожди, на минуточку вопрос возникает, так подожди, если не ты президент, то тогда все, то тогда мир на этом просто закончился, и все, и история на этом заканчивается. К сожалению, я считаю, что Ренат Георгиевич талантливый, креативный человек. Но для политики он слишком не сдержан. Для политики его реакции, за которую он, кстати, иногда вот извинялся, было и такое, его реакции, как минимум, они сырые. Его реакции, они неосмысленные. Понимаете, выйти в 2 часа ночи в видеоэфир, в прямой эфир, ну и кого ты в 2 часа ночи собираешься в чем убедить? Ну, это его дело. Я сейчас предлагаю, давай вот так, я буду представлять оппонентов, задавать какие-то вопросы, да, чтобы было интереснее. Хорошо, есть претензии к вам? Да. Претензия первая, она не новая, но самая часто повторяющаяся, если хочешь. Ну вот что они говорят? Они говорят, что социалисты заигрывают с Плохотником. Он Слусарь даже написал целую заметку там вчера, и там по пунктам там все свое недовольство, он как-то это все структурировал. Говорят вам такое в лицо? Я читал и то, что написал Слусарь, и то, что каждый день пишет пресс-атташе Рената Усатова Александр Петков. Конечно, мы это все читаем, мы мониторим, мы ежедневно получаем дайджесты, кто что написал, кто что высказался. Имеют право на свое мнение один, и второй, и третий, и пятый, и десятый. Те аргументы, которые они привели, если честно, они как минимум притянуты за уши. И по каждому из этих аргументов, так называемых, можно говорить отдельно. Они как минимум спекулятивны. Я скажу коротко. Если бы партия социалистов заигрывала с Плохотником, мы бы не воевали с ними каждый день в парламенте, мы бы могли войти с ними в хору, Дадон бы получил одну из первых функций в государстве, мы были бы во власти сегодня, а Плохотнюк был бы императором. Но мы, имея интересная схема. Но мы, имея крупнейшую фракцию в парламенте, поверьте, получая разные предложения, мы не вошли ни в один сговор ни с кем, мы не решили ни одного из каких-то своих узкопартийных вопросов, ни одного кадрового вопроса. И более того, каждое заседание парламента, вы видите, мы на баррикадах, и у наших депутатов есть проблемы. Есть и прессинг, есть и угрозы. И когда тут кто-то выходит в Фейсбуке и пишет, я хочу сказать только одно. Вы выйдете, вы придите. И посмотрите, что это такое. И хочу сказать, что это лишь начало. Потому что Игорь Дадон имеет все шансы стать президентом. И я практически уверен в том, что он победит эту гонку, если не будет каких-то сюрпризов. Да, тут самое главное обеспечить и законность, и ЦИК, и многие другие вещи. Да, соглашусь. Но учитывая, что у него большие шансы, грязь в его адрес, она только началась. И Рената Усатый тот же. И Слусарь, и другие, они сосредоточатся исключительно на Дадоне. Потому что у них задача, чтобы Дадон не прошел. Соответственно, в такой ситуации я бы был бы склонен рассматривать их как оппонентов. И аргументы оппонентов для меня не являются кредибельными. Потому что Дадон никогда не уходил от диалога. Дадон не отказался ни от одного протеста. Более того, я считаю, что он по-деловому решал очень многие вопросы и Рената Усатова, и платформа, да. Мы решили многие юридические проблемы, которые стояли перед нашим общим протестом. И мы всегда демонстрировали свою открытость и работоспособность. И то, что сегодня находится протестный городок у парламента, это работа наших депутатов, а не партии Рената Усатова. И то, что проходит сегодня мероприятия в Кишиневе, проходили юридически, это наша работа. И многие другие вещи мы тянули. Понимаю. Давай так, претензия вторая. Вы не хотите сотрудничать с другими партиями левого толка? Например?
Ну вот многие жалуются, говорят, ну Степанюк, например, вот он все время говорит, что вот уже поздно, там мы хотели, а вот так получается. Вот такая к вам претензия. Я знаешь, о чем сейчас вот вспоминаю, что такую претензию, если помнишь, а должен помнить, коммунистам часто говорили. Ну вот, вы конечно, там помню. Такие, да, вот, особенно конечно, когда к власти пришли, вы вообще не хотите вот никого видеть рядом с собой. Это правда? Нет, это неправда. Хочу сказать, что по меньшей мере на этом этапе. Да, вот я не исключаю, что где-то нас впереди ждут те же внутренние вопросы, что и ПКРМ на пике развития. То есть, когда организация растет, где-то зашоренность появляется, где-то излишняя бюрократизация, ошибки в кадрах. Наверное, это как бы и нас где-то ожидает. Но сегодня, по крайней мере, у нас есть этот опыт по партии коммунистов, и мы стараемся не наступать на те же грабли, мы максимально открыты. Ну, я уже приводил на другой вашей передаче пример, да, вот по нашим спискам в парламент прошли люди, которые являются представителями других формирований, либо являлись. Да, это один из основателей партии коммунистов, да, вот Андрей Кириллович Негуца, да. Это руководитель партии «Единая Молдова» Владимир Иванович Суркан, один из сильнейших в стране юристов и один из компетентнейших сегодня депутатов парламента. На местном уровне я могу привести примеры Стратан, Катринич и очень много других фамилий людей, которые прошли по нашим спискам, не будучи даже членами партии. И я обратил внимание на то, что и Дадон, и Гречана, и другие наши коллеги, никто не настаивал, а вот ты бери и пиши заявление в партию. А вот ты бери, и ты должен войти в нашу партийную структуру и там возглавить какую-то организацию, да, вот партийную. И хочу сказать, что у нас идет селекция, мы привлекаем кадры. И не секрет, что очень много, даже последний год, очень много членов партии коммунистов, активистов серьезных. У меня будет вопрос на эту тему, да. А пока давай с претензиями разберемся. Вот еще одна из них, то, что вы проглотили наживку унионизма. И сделали это такой своей хорошей пиаровской фишкой. То есть не так якобы страшен вот этот унионизм, как его представляют социалисты? Читал ты об этом? Не верю, что не читал. К сожалению, мне в лицо такого никто не говорил. И я бы хотел что-то сказать вот в разговоре человеку, который мне заявит, что унионизм – это мнимая угроза, так. И что сегодня Румыния не инвестирует миллионы, и то, что сегодня в Молдове не работает вся сигуранца и вся структура разветвленная вот этой всей агентуры, что сегодня уж не согласован в Румынии, не согласована стратегия об объединении, что сегодня не осуществляются совместные учения с НАТО, потому что Румыния член НАТО, и что сегодня в гуманитарной сфере не реализуется программа, вот только образование. У нас сегодня дети в лицеях поют в начале урока гимн Румынии по утрам, понимаете? И кто-то мне говорит о том, что или нам говорит, что это мнимая угроза. Хочу сказать, что этот человек либо глупый, либо это подлец. Потому что это не мнимая угроза, это сегодня самое реальное, что не есть угроза. И когда они сегодня дефилируют по центру города с флагами Республики Молдова, с которой удалена, вырезана государственная система, герб. И это то, что вот, в частности мы обжаловали в Генпрокуратуре в том числе. И кто-то это называет мнимой угрозой. Да, называют, так, есть такие, таки, но... Таким людям я просто хочу порекомендовать подумать, что они сами сделали в жизни, и что они сами представляли, и где они были в день, когда унионисты шагали по Кишиневу, и какая их реакция. Хорошо. Еще говорят, что социалисты слишком часто ездят в Москву и получают там указания. На фоне слабой власти, на фоне слабой власти, так, коррумпированной власти, активизировалась соседняя Румыния. И они пытаются использовать тот политический, финансовый, экономический кризис, социальный, гуманитарный кризис, который у нас есть, они пытаются использовать в своих целях и объявить Молдову государством банкротом. И это реальная угроза. Что касается Российской Федерации, сегодня это единственное развитие молдо-российских отношений, это единственная и последняя возможность экономической реабилитации страны. Если в ближайшие год-два в нашем государстве не заработает экономика, мы не начнем что-то производить и продавать, и к нам в страну не начнет входить какая-то валюта, то нас приведут в состояние дефолта. Это состояние, в котором государство не сможет ответить по своим финансовым внешним задолженностям. А на минуточку хочу сказать, что у нас сегодня внешние задолженности – это около 7 миллиардов долларов. Кто-то сознательно нас ввел по пути вот этой финансовой кабалы.
И поэтому сегодня в Москве мы ищем решение этих вопросов. Даже в условиях оппозиции мы стараемся находить решение проблем по нашему экспорту. Мы пытаемся облегчить нашим мигрантам нахождение там, что на минуточку они 2 года назад всего лишь высылали только официально через банки более миллиарда долларов, почти 70% всех внешних отчислений гастарбайтеров. Мы должны говорить с Россией в перспективе об энергетической программе, потому что страны Евразес сегодня приобретают газ значительно дешевле, это цена производства, многие другие вещи. Россия сегодня это наш важнейший стратегический партнер. Без нее мы не сможем возродить свою экономику. Я слушаю тебя и думаю, что может раздражает еще и то, что, как бы сказать, ну не знаю, это взаимное получается такое у вас отношение, потому что Москва, ну не знаю, вот я даже сейчас не буду говорить о встречах лидеров, да, но на самом высоком уровне. Ну вот последний пример, это открытие отделения Изборского клуба, это когда вся интеллектуальная элита России, да, сюда приехала и говорили приятные вещи социалистам, говорили приятные социалистам вещи. Ну, например, вот даже у меня в эфире господин Проханов сказала господину Дадоне вот как о самом желанном человеке на пост президента. Это ведь все слышат, может быть, это не нравится. Это проблема тех людей, которым это не нравится. Россия нужна Молдове, Россия нужна молдаванам. И то, что некоторые представители политического класса перевозбуждаются при слове «Россия», «Кремль» и так далее, это их проблемы, и мы готовы в будущем их лечить от этих фобий. То, что у нас открылся филиал представительства интеллектуального клуба России, это здорово. Это значит, в нас видят и интеллектуальных, и гуманитарных партнеров. А тем, кому не нравится, хочу напомнить, что делают в Молдове, в нейтральной стране, центр НАТО. Что здесь делают военные атташе, что здесь делают американские генералы и адмиралы в количестве 16 граждан. Почему по ночам приезжают груженные военные амуниции и американские военные самолеты? Вот это должно беспокоить, а не интеллектуальный клуб, который обсуждает какую-то перспективу гуманитарного и экономического сотрудничества. Они не говорили о политике. Они говорили о том, что видят в Молдове близкого партнера, близкую родственную страну. И они говорили о том, что у нас могут быть гуманитарные проекты и экономическое развитие. Это здорово, это классно. А что касается, опять же, оппонентов, я хочу им задать риторический вопрос. А где экономические проекты Румынии? Почему те миллионы, которые они сюда выделяют с таким пафосом, эти миллионы – это пропагандные деньги, которые идут на пропаганду среди населения. Они же не выделяют деньги для экономических проектов, чтобы мы начали что-то производить. Европе вообще наш производитель не нужен, у них свои производители. Ну, они сейчас скажут о тех самых румынских 150 миллионах, приведут в примеры газопровод. Ну, я думаю, как-то будут отвечать. Газопровод, который сегодня ржавеет, чтобы вы понимали, те 50 миллионов первого транша, 60, которые они дают, это то, что Молдова проест за 2 недели. Это деньги, которые абсолютная капля в море, и они близко. Хорошо бы, чтобы Молдова проела. Да, хорошо бы, чтобы Молдова проела. И это опять же будут какие-то грантовые гуманитарные деньги. И опять же, это не помощь, это кредит, хоть с малым процентом. Но вот они очень хитро назвали это ассистенция финансиара, то есть финансовое взаимодействие, да, способствование. Так подождите, если там предусмотрен процент, с которым мы должны возвращать, пусть даже небольшой, но выше среднеевропейского в любом случае этот процент, это уже кредит. Так давайте называть вещи своими именами, что это кредит по процентной ставке выше среднеевропейской. И опять же, эти деньги не идут в экономику. Потребность нашей экономики, бюджетной и так далее, нам нужен товарооборот 2-2,5-3 миллиарда долларов в год. Нам нужно получать 1-1,5 миллиарда, 2 миллиарда долларов в год отчислений из-за рубежа от наших соотечественников. Вот это то, что позволило бы экономике нашей работать. А 50-100 миллионов это то, что вообще ничего не решает. Но мы из-за этой политики пропаганды потеряли рынок и потеряли валюту. Хорошо. Вот и ты, и лидер партии социалистов Игорь Дадон не раз высказывались о всенародных президентских. Я уже понимаю. Я думаю, все поняли, в чем состоит ваша позиция. Но вы еще также не устаете говорить о том, что вы выступаете за
одновременное проведение, возможно, досрочных парламентских, и что вообще идею досрочных парламентских вы не оставили. Но проблема в чем? Что если раньше как-то было понятно, где те пути и возможности, где те события, да, на которых вы могли бы спровоцировать их, то теперь как-то это все дело видится достаточно туманным. Как вы будете этого добиваться? Хороший вопрос. Но давайте начнем с того, что никто себе не мог представить 2-3 месяца назад, что у Молдовы все-таки будут прямые президентские выборы. И мы видим, что под давлением изнутри страны, вот, протестов, под давлением внешних партнеров и тех же европейцев, я уверен, и других внешних партнеров Молдовы, я уверен, и состоялось то самое легендарное решение, вот такое вот чуть-чуть косолапое, но тем не менее решение положительное в этой части Конституционного суда. Президент, пост президента, который получит, по всей вероятности, оппозиция, я сейчас говорю, не говорю конкретно партия социалистов. Мне так не нравится слово «получит». Ну, давайте подберем. Выиграет, другую. Мне выиграет. Кажется, да, потому что это, мне кажется, так будет, да, правильнее. Это первый шаг по демонтажу олигархической системы власти. Давайте вспомним, как президент заблокировал назначение премьер-министром избрание Плохотнюка. Да. Президенту, давайте мы будем исходить из его конституционных полномочий, а не из премьера Николая Тимофти, да, который является плохим примером. Это контроль силовых структур, СИБА, это контроль, это назначение генерального прокурора, заместителей, это верховный главнокомандующий, это первое дипломатическое лицо, которое ведет переговоры наравне с лидерами мировых держав, если хотите. И это будет первый шаг и к досрочным парламентским выборам. Юридические основания, их можно будет найти. Есть сегодня некоторые стратегии, но которые, опять же, первый шаг это оппозиция должна выиграть выборы президента. Хочу сказать, что следующими шагами я не буду раскрывать всех карт, но это будет и некоторая работа с Конституционным судом. Это будет работа и с судебной системой, потому что президент здесь тоже имеет определенные полномочия. Но при определенном условии, когда мы расшатаем нынешнее парламентское большинство, парламент может и сам распуститься. Такую процедуру тоже нельзя. Закон напрямую не запрещает. Нет, да. Не запрещает, и такие прецеденты есть. Ну, там напрямую не расшифровывают, каким образом закон. Тоже насчет самороспуска. Мы будем там давать сложно. Определенные трактовки и конституции. Есть определенные идеи, которые разработаны нашим, так скажем, юридическим департаментом, который вот возглавляет Цуркан Владимир Иванович, Боля Василий и другие наши очень подготовленные коллеги. Есть определенные тактики, есть определенные инструменты, которые мы как бы готовим. Понятно, что для того, чтобы состоялись досрочные выборы, нам нужно нанести еще несколько ударов по этой власти. Первый из них – это взять президента, второй – разбить парламентское большинство, и третий – вот уже правовой, юридический, то есть создать юридические предпосылки. Вопрос к исполнительному секретарю партии социалистов Республики Молдова. Вот какова на сегодняшний день кадровая политика социалистов? Я почему спрашиваю? Потому что практически уверена, что когда вы выиграли парламентские, ну, народ как-то, я думаю, воспылал к вам любовью. Вот вы насколько в подборе кадров критично относитесь? Вообще всех берете или как? Ну, это надо, конечно, знать как личность и Додона Игричану. Это два человека, это трудоголики, это люди, которые работают сутками, работают без выходных и требуют такой же отдачи от членов команды. У нас лодыри, лентяи просто не задерживаются. Люди слишком, так скажем, себе на уме. И люди, которые пытаются добиться результатов, да, за счет чужого труда, у нас не задерживаются. Фильтр, который у нас работает кадровый, он максимально эффективный, потому что мы позволяем вот новому члену команды раскрыться, он получает свою зону ответственности, он получает хорошую нагрузку, это тактика, если хотите, Игоря Николаевича. То есть человек, новый член команды, он получает такую нагрузку, что он должен, по идее, поломаться. То есть человек, допустим... то есть вы специально так грузите? Человек получает так, да? Не одно-два поручения, 4, 5, 6. И вот эта нагрузка на человека, она позволяет сделать вывод. Человек справляется, человек тянет,
Либо человек начинает плакать, либо человек закрывается, либо человек просто начинает теряться, и у него нервный срыв. Ну, разные бывают ситуации. То есть у нас есть определенный фильтр рабочий. Человек должен, как бы то ни было, поработать в команде и показать себя. Я думала, вы будете говорить о преданности больше. Но я думаю, что это слишком... Разве это не основной критерий? Это слишком очевидные вещи. Конечно, критерий – это совместимость в команде. Это человеческое. И совместимость человеческого, и совместимость, так скажем, с нашим идеологическим конструктом. То есть в работе эти же вещи тоже не сразу видны. Человек разделяет убеждения или человек не разделяет убеждения. Но хочу вам сказать, у нас сегодня нет людей в команде, которые не разделяли бы наши убеждения, либо которые бы говорили, не, вот там партия социалистов выступает там за государственность, а это все чушь, вот нам надо пойти с Румынией или с другим государством. У нас или вот партия социалистов продвигает вот такую повестку дня в парламенте, а это все это просто банкротство. Надо вот, у нас, если честно, вот на данном этапе такого не было. Хорошо. Идейно несовместимые люди у нас, если честно, как-то... Ну, я, да, вот преданность, пожалуй, здесь такое слово, оно самое такое, наверное, точно определяемое. Но я поняла, что ты хочешь сказать. Я бы добавил буквально два слова, но у вас тоже есть, Людмила, опыт политической деятельности. Вы видели тоже разные этапы и бывшей власти, и нынешней власти. Давайте скажем так, одно дело то, что человек говорит, а второе, как человек себя проявляет. И человек может бить себя в грудь и заверять, что он предан лидеру партии, он предан делу и так далее. И вот это первый звоночек, который говорит о нем негативно. Да, человек приходит и начинает просто облизывать руководство там, партии, организации и так далее, и рассказывать, какое оно классное. Вот это для меня лично это первый симптом того, что человек лукавит. Именно в работе, именно в нагрузке, именно в задачах, именно в решении проблем, в стрессе человек показывает себя преданным, либо он показывает себя случайным пассажиром, извините за выражение. И поэтому тут надо человека помещать такие условия, где он докажет делом и где можно будет увидеть, кто он изнутри. Именно в работе видны все качества человека. Я верю, что ты на самом деле так считаешь и понимаю, что вот тех ошибок, о которых ты сейчас говоришь, ты избежал, потому что ты в партии очень хорошую карьеру сделал. Но вот сейчас хочу все-таки от тебя узнать и рассчитываю все-таки на ответ. О чем ты мечтаешь? Кем стать? Какая-то должность вот тебя привлекает? Я надеюсь, вы мне поверите, Людмила. У меня некоторые коллеги просто вот сомневаются, да, вот, которые плохо меня знают. А люди, которые меня знают чуть лучше, близкие друзья, знают, что у меня нет ни одной мечты, которая касалась бы какой-то публичной должности. И ни одного плана. То есть у меня нет какой-то идеи фикс, занять функцию X, Y или Z. А как же плох тот солдат, который не мечтает стать генералом? Это не тот случай. Это не тот случай. Я не считаю, что для меня состояться – это занять какую-то функцию. Для меня было бы успехом, и моя мечта – это то, что мы строим. Та же партия, которую мы получили, взяли, да, или, ну, не взяли, возглавили, да, вот момент, когда у нее рейтинг был 0,4%, и которая до этого в выборах предыдущих не участвовала. И мы сумели с нуля построить команду, почти с нуля, то есть был небольшой круг единомышленников, но которые, так скажем, ну, последнее время находились в состоянии застоя. Мы подняли фактически тот проект, который со стороны, вы же помните, многие говорили, да, не получится, да, ничего, помню, у них. Да, я помню, там были сложные отношения с Абрамчук. Обломаются, ну, я говорю сейчас не о внутренних вопросах, я говорю сейчас о том, как говорили все вокруг. И коммунисты, и справа, и слева, в нас не бил только ленивый. И все нам прочили, а проект на 2-3 месяца. И в итоге мы сумели своим трудом построить команду, которая добилась результатов. Вот да, для я меня... понимаю, ты пришел в команду, не будучи депутатом, то есть как бы... Я участвовал вместе с Игорем Николаевичем, другими коллегами в строительстве этой команды. И для меня высшей амбицией является построить ту команду, которая сумеет управлять страной и которая сумеет что-то изменить. И высшая амбиция заключается для человека не в том, что, что он себя хвалит или у него функция, а в том, что люди оценили, сказали, вот ребята молодцы, вот их партия чего-то добилась. Вот этого я хочу, и это моя публичная мечта. Вот я не знаю, кем ты станешь в будущем. Все-таки я думаю, что у тебя интересная будет карьера. Почему-то я вот в этом не сомневаюсь. Но у тебя есть один недостаток. Ты портишь имидж партии
которая уже у многих ассоциируется как партия, я не знаю, демографического такого роста, потому что у вас принята многодетность. Да, а ты еще даже не женат. Почему? И справимся, работаем в этом направлении, интенсивно трудимся и, так скажем, сдадим пятилетку в 3 года. Ты понимаешь, что сейчас добрая часть женской аудитории, она очень внимательно застыла и думает, что же он ответит на этот вопрос? Я понимаю, но меня не интересуют женщины публичные, меня не интересуют женщины, которые там ставят себе целью стать там, сделать карьеру рядом с мужем, там, стать женой там, депутата или министра или кого-то еще. А как интересуют? Мне важно в отношениях взаимопонимание и совместимость человеческая. И для меня абсолютно не важно ни сколько лет человеку, ни род ее деятельности, ни как она относится к тем или иным политическим процессам. Хочу сказать, что я сложный человек, у меня завышенные требования к себе, у меня завышенные требования и к человеку, который рядом со мной. И быть может, это мой минус. Я максималист, и как максималист я также, соответственно, отношусь и к человеку, с которым мне предстоит прожить жизнь. И я допускаю то, что я не самый в этом плане легкий, так скажем, объект для будущей жены. Поэтому если девушка меня выдержит какое-то время, то я тогда решу, что да, значит, у нее есть запас твердости. Ну, хорошо, защитился. Я так вот так сейчас слушаю и думаю, что добрую зависть вызвал у своих соратников партийных, которые сказали, черт возьми, у него нет этого комплекса постоянной вины перед своими близкими. Мы-то тут вот урываем там минутку. А он как-то вот Я долгое время был женат на работе, то есть для меня было в порядке вещей работать сутками. Для меня было в порядке вещей. Не говори сейчас, как твой политический противник. Даже не произносите его имя здесь. Ну, мы все поняли. С этим человеком там абсолютно другие ситуации, я так предполагаю. У него другие в жизни предпочтения, возможно. Нет, здесь дело не в том, что мой режим и мой график просто не все выдержали, так скажем. Я могу понять, почему. Женщина все же таки она требует от мужчины больше внимания и большего присутствия в ее жизни, и, к сожалению, я не всегда с этим справлялся. Критично так сказал, вот вроде как и сам виноват, и в то же время как бы так о себе сказал, что сказал, женщины подумали, ох, ну все-таки вот сказал, он такой, что все-таки эту крепость можно брать. Ну, на самом деле, спасибо за то, что откровенничал, я даже вот не рассчитывала, что прям так, молодец. И вот последний вопрос, все-таки политика, политика, карьера, карьера, ну чем еще живешь? Вот как не знаю, нехорошее, мне не нравится это выражение, снимаешь стресс там или вот как-то вот. Но я скажу тебе так, разведка донесла, что хорошо поешь. Да, это одно из моих предпочтений. Я очень люблю караоке, я очень люблю хорошую компанию. Я очень люблю проводить время со своими друзьями, с которыми я дружу много лет, да, и с которыми я могу быть самим собой, открытым, которые воспринимают меня таким, какой я есть, которым от меня ничего не надо. Я люблю проводить время. К сожалению, у меня его не так много, но одно из моих предпочтений — это караоке, да. Хотя я люблю и активные виды, отдыха. Например? Люблю теннис, люблю выезды за город, люблю выйти поплавать где-то. Ну, разные есть предпочтения, то есть могу в волейбол поиграть. То есть у меня есть... То есть спорт? Я не спортсмен, вот так вот, как спортсмен-спортсмен, но тем не менее, то есть я не являюсь там профессиональным каким-то волейболистом или кем-то, но я люблю вот периодически по настроению разные виды спорта, боулинг, допустим, иногда, когда на улице погода неподходящая. Но караоке, да, это одно из моих любимых хобби. Я благодарю тебя за эту беседу, мне она показалась очень интересной. И мне кажется, что это одна из тех программ, которые ты потом будешь пересматривать, потому что она отличалась от всего того, что ты говорил до сих пор. Спасибо большое. Но скажу еще одно. Я уже, по-моему, это говорил, Людмила, я не люблю смотреть передачи самим собой. И у меня этого не говорил, но мне почему-то кажется, что ты здесь сделаешь исключение. Давай посмотрим. Посмотрим. Да. Спасибо большое. Все, да, все со временем узнается. Спасибо тебе за участие. Вы смотрели программу «Прилюдно». Я желаю вам всего самого доброго. До свидания.